Black Flash начинается. Ну начинается. Та за шо, а? Я не знаю такого хода. Похоже, я никаких ходов не знаю. Надо бы посмотреть, как играть на этот ход. Ну вы поняли, короче. История стандартная. Еще и по одной минуте. Вот это я попал. Да я согласен. Тридцать четыре секунды. Просто самая медленная рука в истории шахмат. Нафиг надо сдавать эту материю. Еще не бьет. Уже Матвей. Теперь же 4 выигрывает минимум коня. Так он пошел просто в наглую ставить мат. Да, ну это попал в тактический штурм. Тут ничего не поделать. Так мат грозит ему в окно. Отсрочить сумел. 18 секунд. Как же приятно. Чё? Как фамилия? Таль, что ли? Не пойму. Ты чё такой дерзкий? Так, 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 так. Так, ну позицию партии уже типа выигрывал. Якобы. Так, все, я пошел, всем пока. Я не знаю, что произошло в конце, я просто сделал 15 ходов и флаг упал у него в итоге. А приветствую, Михаил, приветствую, Эдинбург, с нами.